В Томск за полтора часа. Это реально. С 24 января возобновится прямое авиасообщение между городом университетов и краевой столицей. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю, во вторник и в субботу. Из Томска самолет будет вылетать в 10 утра, приземляться в Барнауле в 11:40 по местному времени. Из краевой столицы рейс назначат на 12:10. Прибытие в Томск в 13:50. Перевозкой пассажиров будет заниматься компания «Сибирская легкая авиация» на самолетах Ан-28. На борту смогут поместиться 17 человек. Стоимость билета 2700 рублей.